Всем здравствуйте! Я хотела бы рассказать о нашем лечении у Давида. Дело в том, что неделю назад мы увидели на Ютубе видеоролики, где мамочки делились своими впечатлениями о лечении у Давида. Да и вообще ролики шли под лозунгом «Аутизм излечим». И, естественно, нас это очень заинтересовало, и мы решили сразу же связаться с Давидом. И тут же Давид приступил к нашему лечению. И я для себя сразу тогда решила, что если будут какие-то продвижения, если нам действительно это лечение поможет, то я обязательно оставлю видеоотчет об этом. Вот. И когда я об этом думала, я думала, что это будет месяца через два, ну там, может быть, даже через шесть, потому как ранее все, что мы делали, все лечения, которые мы проходили, как правило, результат приходилось ждать очень долго, месяца тянулись, какие-то маленькие продвижения были. Вот. Ну, как бы уж никак я не думала, что через неделю я уже буду сидеть и снимать это видео. Но у нас действительно очень, как сказать, хорошие продвижения, очень много достижений, и я решила уже начать снимать видеоролик сейчас. Значит, первое, что у нас появилось, ребенок стал интересоваться. То есть раньше он жил в своем мире, его ничего не интересовало, как бы мы его не пытались завлечь-привлечь, его это не особо интересовало. А тут он начал увлекаться рисованием, начал рисовать фломастерами, красками, печати там я ему детские такие цветные купила, ими тоже ему нравится печатать. Потом он наконец-то начал у нас воспринимать пластилин. То есть раньше у него интереса вообще никакого не вызывало. Он его пробовал на вкус. Все, ему не нравилось, и он тут же его откладывал. Мой хороший тут ходит. Вот, потом у нас пропал ночной энурез. Он перестал писаться ночью. Стал... Ой, девочка тут ходит. Стал, значит, проситься на горшок по-маленькому. Вот. И научился сам включать воду. Вентиля крутит. Стал включать плитку. Теперь нам надо быть внимательнее за ним следить. После таких навыков. Вот. Потом что еще? Он начал повторять за мной. Значит, если я там сижу, мажу крем, значит, ему тоже надо, он тоже просит, берет сам крем, растирает себе там на пузико, вот. В общем, ну, ребенок очень сильно изменился. Да, Димуся? Ему нравятся потешки, я начинаю там ему петь потешки, он ножками стучит, ручками хлопает, он заинтересован, пытается повторять. Ну, то есть, как бы... Конечно, для нас это колоссальный прорыв, тем более учитывая то, что прошла всего лишь неделя. Поэтому спасибо огромное Давиду, он делает настоящие чудеса. Мы будем и дальше продолжать у него лечение и будем делиться с вами своими успехами. Спасибо огромное, Давид, дай Бог тебе здоровья.